Так, распределим обязанности. Я отвечаю перед парнем, вы передо мной. У нас новый начальник. Молодой, настоящий трудоголик. Зачем ему обратно к нам на завод парторгом? Пусть растет, пусть возвращается. Но производство — это то же самое, что фронт. И ты на этом фронте комиссар. Егорыч, беда! Нормально все, пойдемте. Кто за Назарбаева? Да это хорошо, что вы думаете о людях. Но вы не единственный, кто о них думает. Вы секретарь парткома, комбината. Так и думайте о заводе. Менять свое отношение к проблемам людей я не намерен. Папа, папа, приехал! Ну и что на этот раз трясло? Краса, самолет в кустах. Да ну тебе. Трудности побеждают только слабых. Ты че, враг? А сильных закаляют. Не отступает своих намеченных целей, сынок. Альчан! Выходи за меня замуж, Альчан! Мы хотим и будем трудиться эффективнее, давать стране больше добротной продукции. Главное, подумай, пока есть время. Уверен, сам понимаешь, на что замахиваешься. Доброе утро, Леонид Ильич. Так это по вашему случаю праздник. Серьезный у нас будет разговор. Если ему в Кремле за эту башку не свернут, не знаю, что с ним станет. Он честный человек. А я уже думал о тебе. Я не боюсь. Что бы ни случилось, я всегда могу стать удобным. Ну что ж, давайте разбираться. Михаил Андреевич, разрешите реплику?